Я люблю быть в церкви. Ты любишь быть в церкви? Слава Господу. Давайте, дорогие братья и сестры, мы откроем несколько мест из Библии. Римлянам 11 глава начнем. И затем посмотрим Псалом 138. Но прежде прочитаем Римлянам 11 главу. Я назвал свою проповедь сегодня «Выбирая дороги жизни». Потому что наша жизнь – это путь. Аминь. Мы следуем этим путем. Есть широкий путь, есть узкий путь. И в жизни много дорог. Правда? В жизни много дорог. Много перекрестков. И мы постоянно стоим перед выбором своих дорог. Какое решение нам принять? Куда нам идти? По какой дороге? В каком направлении? И знаете, направление намного важнее, чем скорость. Мы иногда хотим быстро что-то, но не спрашиваем Бога о направлении. Я думаю, что черепаха, которая медленно двигается, но в правильном направлении, лучше, чем заяц, который быстро бежит, но он такими зигзагами, и он, неважно направление, лучше быть черепахой, но в правильном направлении идти, потому что направление важно, важно те дороги, которые мы выбираем. И в Библии сказано, что многие пути кажутся человеку прямыми. Кажутся человеку. По человеческому разуму нам кажется, что это прямой путь. Каждая дорога приводит куда-то. Каждое решение нас приводит к определенному результату. Каждое решение. Каждая дорога. Это не то, что я выбираю путь, я выбираю дорогу, но хотел бы другой результат. Та дорога, которую мы выбираем, она нас приводит. Иногда люди говорят, вот судьба меня закинула туда-то и туда-то. Нет, это не судьба. Это наш выбор, это наше решение. И как правильно было бы и важно, чтобы наши решения были правильными. Очень часто мы стоим на этих перекрестках. И мы будем еще стоять на перекрестках. Как в той сказке, что направо пойдешь, это найдешь, налево туда. Перекрестки дорог. И мы задумываемся, куда же нам мне пойти? В каком направлении мне пойти? Я иногда вот задумываюсь о своей судьбе, да. Я живу здесь, в Гродно, уже много лет, но на самом деле я же родился далеко отсюда. 2500 километров. В красивом месте, на берегу Баренцева моря. Заполярный круг. Красиво. Северный Ледовитый полюс видит. С берега. Это я так шучу, что видит. И смотрите, как вот судьба, да, мы открыли это местописание, но не прочитали. Здесь сказано, это стих 33 и 34. О бездна богатства и премудрости и ведение Божье, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Его? Смотрите, бездна богатства, премудрости и ведения Божие. Как непостижимы судьбы Его. Как непостижимы те судьбы, которые Он предопределил нам. Мы не можем своим разумом постигнуть. Иногда мы задумываемся, что вот как мы оказались в этом месте. Или в том месте, в ином месте. Я помню, как до уверования я жил в городе, тогда еще город Ленинград назывался. И мне надо было уехать на некоторое время в Архангельск. И я попросил своего друга там, в Ленинграде. Я взял сумку, собрал вещи там все, которые у меня были, документы. И я дал ему на хранение эту сумку. Это было примерно за 6 месяцев до моего покаяния. Я же не знал,
что Господь уже определил меня спасти. Я поехал в Архангельск, а потом оказался в Минске. Я пришел в церковь, я принял спасение. И я помню, как где-то 2 недели прошло после того, как я приехал в Минск, я пришел в церковь, я ощутил, как Дух Святой простил мои грехи, Господь, и Дух Святой что-то делал в моей жизни. И через 2 недели я купил билеты в Ленинград с Минска на поезд, чтобы мне поехать за документами своими, забрать эти вещи. И один брат ко мне в тот день подошел и говорит: «Ой, Илья, иди ко мне поживи немножко». Я говорю: «Я не могу, я потому что завтра уже уезжаю». И он мне сказал: «Ну, хотя бы переночуй, а завтра поедешь». Я говорю: «Хорошо». И когда мы там вечером общались, мы молились. Этот брат, он был уже долгое время в Господе, а я только 2 недели. И он мне рассказывал о Слове Божьем. Мы молились. И знаете, вот интересно, что мы не можем познать Божью волю, если мы не вошли в Его присутствие. Видите, человеку может казаться, что путь правильный. Как помните, Асаф, псалом Асафа, там написано, что позавидовал там и нечестивым всем, доколе не вошел во святилище. Вот что-то меняется, когда мы входим во святилище. Что-то меняется, когда мы входим в Божье присутствие. И вот тот вечер, я запомнил тот вечер, когда он молился, и я молился, и потом этот брат уже пошел спать в свою комнату, я был в своей комнате. Я помню, что я долго не мог заснуть. Я переживал какие-то чувства и какую-то тревогу одновременно. Я подумал, что, наверное, мне не следует ехать в Ленинград. Наверное, Бог не хочет, чтобы я туда ехал. А мне так хотелось. Причем, знаете, там среди документов был аттестат из учебного заведения, о котором я мечтал с детства, чтобы поступить туда, закончить. Там мой этот аттестат, дипломы. Я думаю, ну как же, неужели это же мечта моей жизни? Но на следующее утро я встал, я поехал на вокзал, и я сдал эти билеты. Потому что я почувствовал, да, по-человечески мне хотелось туда поехать, но я чувствовал, что Бог не хочет этого. И где-то внутри я понимал, что если я это сделаю, я не смогу остаться в церкви, потому что обстоятельства сложатся так, я опять встречу своими неверующими друзьями, и опять все закрутится. И знаете, и сегодня, когда я вот иногда анализирую, иногда по-человечески кажется, может, и надо было бы поехать. Но в духе я знаю, что я правильно поступил. И потом Бог как-то сложил так обстоятельства. Вот я приехал в Гродно, я сегодня здесь. Я благодарен Богу. Поэтому как важно, дорогие братья и сестры, нам задавать Богу эти вопросы. С одной стороны, нам чего-то хочется. Может быть, Бог тоже не против. А может быть, Бог против. Может быть, есть другая дорога, лучшая дорога. Нам по-человечески может не казаться, что это лучшая дорога. Но выбирая Божьи дороги, мы идем к жизни. Мы идем к Иисусу. И у каждого есть свои перекрестки. И как важно выбирать правильные пути. Видите, наша жизнь, то, как мы живем, по сути, это результат нашего выбора, это результат наших выборов. И кто-то скажет: «Ну, я не знаю, я не совсем счастлив, но Бог так установил, что ты кузнец своего счастья в партнерстве с Богом». Итак, как здесь сказано, о бездна богатства и премудрости и ведения Божие. Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Итак, первая мысль, на которой я хотел бы сегодня остановиться, что судьбы Божьи,
Судьба Бога для тебя, она непостижима для твоего естественного разума. Она есть. И знаете, некоторые говорят, вот я пришел к Богу, но я не ощущаю, что такая вот у Бога мощная прям судьба для меня. А сколько раз ты спрашивал у Него, куда тебе идти? И второе место Писания, которое мы посмотрим, это Псалом 138, 14 стиха. Псалом 138, 14 стиха. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Слава Господу! Смотрите, зародыш мой видели очи твои. Никто не появился на свет случайно. Иногда дьявол приходит и говорит, ты случайно появился. И бывает же так, когда даже родители некоторые, они не мудрые, и они говорят своим детям, ты у нас не запланирован. Ты был незапланированным. Ты такой случайный. Это они так думают, что случайный. Божьи судьбы неисследимы. Представьте, еще до создания мира мы уже были в нем. И он уже знал, что ты родишься, знал, где ты родишься, цвет твоих глаз. Ты, может быть, подходишь к зеркалу, и ты не очень себе нравишься. Потому что дьявол тебе рисует лживую картину. Я всегда говорю, человек видит не глазами, человек видит разумом. Кто-то, ну так вот, с естественной точки зрения, может быть, не совсем красивый, как, да, по таким каким-то. Но он себе так нравится и счастлив. А кто-то реально красивый, и он все себе не нравится, потому что дьявол врет. И рисует эту картину, что вот что-то не так. Ростом не удался. А что Писание говорит? Что зародыш твой видели очи его. Он, написано, что созидаем был ты, да? Созидаем был в тайне. Смотрите, не сокрыты были, были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне. О, еще никто даже не знал, даже твоя мама еще не знала, что ты там. А он уже созидал твои кости. Когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. И интересно, что люди думают, что так, ты родился, и Бог думает, интересно, что с ним делать теперь? Знаете, когда кто-то производитель производит, вот, например, тетрадку, кто-то произвел, это не просто, что произвели тетрадку и думают, а что с ней делать? Вначале цель, для чего? Что надо, что-то было, чтобы на чем-то записывать что-то, да? И потом под эту цель производят под цель. У Бога цель первична для тебя, судьба первична для тебя. А потом под эту цель, под эту судьбу Бог тебя создал. То есть судьба первична. Цель первична. И под эту цель Бог тебя создал. Написано, что когда еще ни одного дня ты не прожил, у Бога уже были записаны для тебя все дни, для тебя назначенные. Но как же войти нам в эту божественную судьбу? Нам необходимо стараться познавать Бога, строить с Ним взаимоотношения и развивать духовное чутье, духовные чувства, чтобы определить или чтобы определять. Потому что, как я уже сказал, что мы проходим много перекрестков. Это не то, что один раз в жизни тебе надо принять правильное решение. Много решений надо принять. Много. Постоянно эти перекрестки, постоянно. Может быть, нам не кажется, что это глобальное что-то. Но от вот этих вот мелких деталей
Знаете, когда картина, да, вот картину рисуешь, там говорят, что важны мелкие детали. Именно, например, ты можешь нарисовать дом, да, если там не будет мелких каких-то деталей, каких-то теней, я не знаю, я не художник, но вот у нас есть художники. Они даже кивнули мне, что да, 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 ты прав. То я уже развиваю эту мысль. Детали, да? И смотришь, картина, она, ну, красивая, да? И также нам кажется, ну да, слава Богу, я жил, живой, я родился. Я родился свыше, я в церкви, я иду в царство. Но теперь необходимо много деталей, много оттенков, чтобы наша жизнь была интересной. А для этого ты должен развивать вот это чутье духовное. Что Бог хочет от меня? Задавать Богу вопрос. Господь, какое решение принять и не торопиться? Господь, как ты хочешь, чтобы я здесь принял решение? Как ты хочешь, чтобы я поступил? Дай мне, Господь, ясность в этом вопросе. И мы, бывает, торопимся, мы спешим. Как кто-то говорит, Бог, Он ведет, а дьявол подстегивает. Быстрей, быстрей, быстрей. А Бог, Он тебя не торопит. Но как важно, чтобы мы молились. И когда ты читаешь Слово, когда ты пребываешь в молитве, постепенно твое духовное чутье обостряется, и ты можешь ощущать, и ты можешь чувствовать, что вот этого Бог не хочет, чтобы я это делал. Мне не надо это делать. А вот здесь Бог хочет, чтобы я так поступил. И как написано, что многие пути, или есть пути, которые кажутся человеку прямыми. И твой разум может сказать, может говорить, нет, вот, наверное, вот так будет логичней, так будет правильней, так как-то интересней. Но если ты в духе чувствуешь, нет, не надо, не торопись. Поэтому никогда не торопись. Бог не обидится на тебя, если ты не торопишься, если ты ждешь. Знаете, опять-таки, если взять картину, ты можешь за день нарисовать картину, но это еще не та картина, но когда ты ее выносил, знаете, да? Есть такое понятие? Выносил. Она у тебя родилась. Ты видишь ее внутри. И когда она у тебя родилась, и ты пытаешься все это передать на холст, так же судьба. Она должна где-то сформироваться. Ты должен увидеть эту картину. Мы говорим видение. Но знаете, видение, оно формируется постепенно. Много маленьких деталей должно быть. Поэтому задавай Богу вопрос. И чем отчетливее мы будем определять, чего Бог хочет, чем отчетливее мы будем видеть и понимать, что Бог от меня хочет, тем счастливее мы будем. Тем больше и ближе мы сможем приблизиться к вот этой судьбе, которая от Бога. Для нас. И это очень важно в жизни, потому что если не так, если по-другому, то мы упускаем. Давайте посмотрим Деяния 7 главу. Мне нравится. Там про Моисея, который был воспитан в доме фараона, и так все прекрасно у него было с естественной точки зрения. Все хорошо. Но знаете, как мы прочитали, что как непостижимы судьбы его. Вообще интересная судьба Моисея. Вот смотрите, как Бог ведет. Там фараон издал указ всех мальчиков уничтожать. А родители его, верой, они увидели, что дитё прекрасно. И просто сказали, мы не сделаем так. Видите, Бог силен вести, Бог силен сохранять. И написано, что 3 месяца они прятали его. И потом просто верой положили его в корзину и пустили по реке Нил. И я думаю, так ангел Божий там просто держал эту корзину и не позволял, чтобы какой-то крокодил там приплыл и съел этого мальчика. И Бог сделал так, что дочь фараона вышла как раз в это время к воде. Она увидела эту корзину, взяла этого мальчика, воспитала его как сына. И смотрите, с человеческой точки зрения –
он как бы счастливым был. Во дворце все есть. Но смотрите, что происходит. Иногда мы говорим, я упустил от Бога. Но я верю, что как бы ты далеко не ушел в сторону, ты можешь возвратиться. Можешь возвратиться. И вот когда 40 лет, нам кажется, 40 лет это так много уже. Нет, только не для Бога. Некоторых он 40 может призвать, некоторых 50 и в 70 может призвать. И когда ему было 40 лет, давайте посмотрим Деяния 7, 22, да? Ну, 23, можно с 22. «И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых». И вот я хочу обратить ваше внимание на вот эту фразу. «Пришло ему на сердце». Потому что это один из путей, как говорит Бог. Единственное, что когда тебе что-то приходит на сердце, опять-таки помолись. И не просто помолись, а прибудь в этой молитве и в слове до тех пор, пока ты четко не осознаешь, что то, что пришло тебе на сердце, что это конкретно от Бога. Потому что и дьявол что-то может давать на уровне чувств. И тебе будет казаться, может быть, так сделать. Все так делают. Но когда Бог ложит тебе что-то на сердце, причем, смотрите, то, что ему пришло на сердце, по разуму его, это было не совсем как бы то, что могло бы сделать его счастливым. Как это? Пойти туда, где евреи, да потом он еще и заступился за кого-то. Потом ему пришлось убежать. И смотрите, вот где мы ошибаемся, что нам кажется, что если так не так пошло, значит, в этом не было Бога. Ты молился, пришло на сердце. Вы знаете, мы тоже можем дорисовывать картины. О, это от Бога, значит, должно быть так. Понимаете, что это тоже неправильно, что если от Бога, то все идеально должно быть. Ему пришлось убежать в пустыню. Может быть, он сделал ошибку, может быть, ему не надо было убивать этого египтянина. Но это уже не важно. Ему пришло на сердце, он посетил, и там, может быть, что-то вышло из-под контроля. Он, может быть, не совсем понял, но Бог почтил то, что он повиновался ему. Бывает так, что мы повинуемся, и где-то мы все равно ошибаемся, но Бог почитает это. И исправляет, поэтому написано, что любящим его все содействует ко благу. Самое главное, чтобы ты знал, что ты любишь его. Любишь его. Потому что если ты его любишь, все содействует ко благу. Некоторые христиане цитируют это место Писания. Все содействует ко благу. Любящим его, те, кто ему хочет повиноваться. В итоге все содействует ко благу. И так пришло ему на сердце. Филиппийцам 2 главу посмотрим, что это значит, пришло на сердце. Но я еще раз повторю, братья и сестры, что когда что-то приходит на сердце, не торопись. Помни, что направление важнее, чем скорость. Аминь. И проанализируй, посмотри, и убедись, а может быть, посоветуйся с кем-то. Убедись, что это от Бога. Филиппийцам 2 глава с 12 стиха. «Итак, возлюбленные мои, как всегда вы были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего». Смотрите, были какие? Послушны. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Вот что значит совершать свое спасение? Это значит продолжать идти Божьим путем. Правильной дорогой. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению.
все делайте без ропота и сомнения. Вот что значит положить на сердце? Это значит, что Бог производит и хотение, то есть желание, и действие по своему благоволению. И дальше написано, что все делайте без ропота и сомнения. Если ты уверен, что хотение и желание, и то, что Бог положил, и то, что у тебя на сердце, что это Бог положил, тогда все действуй верой. Без ропота, без сомнения. Двигайся вперед. Иди по этой дороге. Но задавай Богу вопросы прежде. Господь, дай мне ясность. У меня есть на сердце. Помните, Давиду пришло на сердце, что построить храм, да? И он говорит, у меня есть это на сердце. Но Бог ему сказал, нет, ты должен заготовить все для храма. Соломон построит. Бывает и так, что... И он сказал, хорошо, Господь, я бы очень хотел, но если ты так смотришь... И бывает, что что-то нам очень нравится. Мы не хотим это отпускать, и Господь говорит, я хочу, чтобы ты это оставил, шел так, там у меня приготовлено что-то для тебя лучше. Давайте еще посмотрим Псалом 24. С 12 стиха. Псалом 24. 12. Кто есть человек, боящийся Господа? А вот что значит, или кто есть человек, боящийся Господа? Бояться Господа, это значит бояться сделать что-то неправильное. Боящийся Господа. Ну, потому что задавать Богу вопросы будет человек, который боится Господа, который хочет правильно поступить. И написано, кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Вот если человек боится Господа, и он говорит, Господь, я хочу это делать, если я буду уверен, что ты этого хочешь. То есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать. Есть судьба, но не всегда понимаем, как войти в эту судьбу. Но когда мы любим его, когда мы боимся его, что, кто есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать. И дальше посмотрим следующий стих. Смотрите, душа его, такого человека, боящегося Господа, которому Господь укажет путь, который избрать, душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. То есть, душа человека, которому Господь показывает путь, который избрать, и который идет этим путем, душа такого человека пребудет во благе. Душа будет насыщена. Душа будет счастлива. И дальше. Тайна Господня боящимся Его. И завет свой Он открывает им. Видите, тайна это не то, что на каждом углу, то, что видно. Тайна это то, что сокрыто. Те пути, та судьба, которая у Бога есть для тебя, она сокрыта. Но тайна Господня боящимся Его. Ищущим Его, боящимся Его. Это сокрыто, но Бог открывает боящимся Его. Посмотрим притчи 20, 24 стих. Притчи 20 глава, 24. Мы скоро будем молиться. От Господа направляются шаги человека. Человек уже как узнать путь свой? От Господа направляются шаги человека. Мы не всегда понимаем,
куда нам пойти, как поступить, какое направление выбрать, какое направление избрать. Но такая простая у меня сегодня тема проповеди. Молись Богу, задавай вопрос, спрашивай Его. Спрашивай. И не считай это потерянным временем. Потому что это окупится, когда ты задаешь Ему вопрос. Ты будешь в правильном месте, ты будешь в правильных местах, ты будешь счастлив. И еще одно место Писания, мы будем молиться. Прочитаем Римлянам 8 глава. С 13 стиха. «Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Видите, духовная жизнь зависит от того, насколько мы позволяем нашему духу царствовать и нашему духу брать контроль над нашей плотью. Написано, что дух и плоть, они друг другу противятся. Плоть желает своего, дух желает своего. И в выборе решений, в выборе путей, в выборе дороги, ты можешь с этим сталкиваться, что плоть, как узнать, что плоть, там будут присутствовать мирские вещи. Там будут присутствовать плотские вещи. Они будут попытаться повлиять на твой выбор. Но когда ты в духе, там Божья любовь и Божьи интересы. Они на первом месте. Итак, если живете по плоти, то умрете. Если духом умерщвляете дела плоские, то будете живы. Видите, пути Божьи ведут к жизни. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Водимые Духом Божьим. Мне так нравится это слово «водимые» в греческом «агнио», от которого произошло слово «агония» или «борьба». В одном из переводов написано «столкновение души и духа». Мы думаем, что водительство духом – это так легко, потому что когда ты спрашиваешь Бога, и Бог дает тебе понимание, как поступить, не всегда просто поступить так. Когда я был молодым верующим, я молился: «О Господь, я хочу быть водимым Твоим духом», потому что я думал, что я буду каким-то чудесным образом оказываться в разных интересных местах, и все так будет интересно. Но однажды я прочитал, и я увидел, что это борьба. Иисус сказал Петру: «Когда ты был молод, ходил сам, куда ты хотел». Видите, духовная незрелость. Ты постоянно говоришь: «Я хочу так, а я так думаю, а я так считаю». И Иисус говорит Петру: «Когда ты был молод, ты ходил, куда ты сам хотел. Но когда состаришься, когда ты станешь зрелым, припаяшет тебя некто, которого ты не знаешь. Дух Святой тебя припаяшет и поведет, куда ты не хочешь». Бывает так, что мы не хотим. Я слышал про одного проповедника. Знаете, его жизнь, она была как трагикомедия. Есть такое слово? Знаешь, что-то такое. Он никак не мог войти в Божье призвание. У него постоянно было много препятствий, потому что, когда Дух Святой его касался, и он ощущал Божье присутствие, Божье призвание, он молился и говорил: «Господь, я...» А Бог, у него было служение евангелист. И он говорит: «Господь, я пойду, я сделаю все, что ты захочешь, кроме...» И он называл одну причину. Он называл одну страну, куда почему-то он никогда не хотел ехать. И он говорил: «Кроме...» И он называл эту страну. И Дух Святой уходил. И ничего у него не получалось. И он спотыкался и притыкался. И так проходило много лет, которые он потратил впустую. И однажды, когда он опять молился, он говорит: «Господь, я согласен и туда идти». И Господь сказал: «А ты знаешь, у меня нет плана, чтобы ты туда шел». Он говорит: «Так а в чем дело? Почему тогда столько лет я с этим боролся?»
И Господь сказал, я не мог тебя использовать до тех пор, пока хоть в одной сфере у тебя не было послушания мне. А вот когда ты согласился, видите, он говорит Петру Иисусу, что ты пойдешь куда ты не хочешь, потому что другой тебя припаяшет, поведет. Всеводимый Духом Божьим. Принимая решение правильное, не всегда легко. Не всегда легко принять правильное решение. Если бы это было так легко, так много было бы людей, которые живут под водительством Святым Духом. Но это очень нелегко. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Не бойся принять правильное решение. Не бойся принять решение, если знаешь, что Бог тебя побуждает к этому решению. Чтобы опять жить в страхе. Но приняли дух усыновления, которым взываем Авва Отче. Слава Господу за дух усыновления. Ты можешь ему доверять. Я недавно перечитывал 14, 15, 16 главу Иоанна. И везде, где Иисус говорит о Святом Духе, везде утешите. Утешите. Видите, дух усыновления – это утешите. Тебе кажется, я приму это решение, я там буду один на этом пути. Дух Святой там будет с тобой, который будет тебя утешать, вести, подкреплять, наполнять. И Он тебя проведет. И однажды ты скажешь, я так благодарен Богу за ту судьбу, которую Он для меня определил. Но если мы боимся, если мы под этим духом рабства, духом страха, мы так и не рискнем вкусить то, что Бог для нас приготовил. И мы пройдем эту жизнь впустую, так и не ощутив вот этого полноты, вот этого плана Божьего. Поэтому помни, что в твоей жизни еще будет много-много-много перекрестков. Много-много дорог, которые надо будет избрать. Молись, спрашивай Бога. Дожидайся и учись, чтобы ощущать, что же Он хочет. И ты будешь благословен.